Это новый топовый выпуск. Воняет, да? Наверное, воняет. Ворвались, спортмастер. Подпишись и поставь лайк. Здравствуй, мне нужны спортивные штаны. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь. А то я свои порвал, как... Когда с горки спускался на пакете. Да я бы весь магазин скупил сейчас. Я зарплату получил, я учителем же работаю, я 20 тысяч получаю. Так, на сдачу могу побухать с тобой. Давайте так договоримся, если орел, бухаем. Если решка, перебрасываем. Ты самый теплый. С начесом. А, ну они, в принципе, все. Все с начесом? Да. Вот эти нормальные? Да. А у вас есть картонка, как в это, как на рынке? В смысле, как? Ну, как на рынке. Я вот трусы покупал. В смысле, а куда? Ну, ничего страшного. Во, померил. Большие. Надо... Примерочную зайти. Ты зачем примерочную? У вас что? Я не понял. Ты не понял? Я же говорю, он тупой, ну смотри. Нет, картонки. Да. Вот, нормально. Не, черный. Here it is, right here. There you go. This is the white maggot. Не хочу черный. А у тебя есть эта пикалка, чтобы это я вот сюда запихал, и мы вынесли с тобой? Ну, я бы перепродал. Нет? Ну, ладно. Смотри, новая коллекция. А если я тут куплю на всю сумму, тебе доплатят что-нибудь? Ну, если я, то мы же подписываем номер. Да, это вот все на тебя напишем. Вася, ну я тебе не верю, ты тогда пиздобол. Я обычно, знаешь, это ношу сразу поверх две пары. Ну, это, сразу две, чтобы теплее было. Ну, обычно не хватает вот этого начеса здесь. Сразу две надеваешь поверх и выходишь из магазина. Так, первый надел. Вторые. Фух. Я думаю, так тепло будет. Не, лучше вот эти сразу еще накинуть. Протру жопы на пакете с горки, когда кататься буду. Как давно тебе кое-что хотели сказать. Ты, братан, долбоеб. Да ладно. Все, ну так, так тепло, тепло. Фу, даже жарко, уже вспотел. Ну, а эти не надо? Не, это пума уже не хочу, хочу какую-нибудь другую. Nike? Можно Nike, да. Так. А Nike, кстати, сейчас не такой большой выбор, как пума. А где Nike, покажи, пожалуйста. А это... Да я потом обуюсь. Одеваю 10 пар и выхожу. Я буду вынужден. Вынужден что? Давай мы охранника положим. Или подкупим, я ему 500 рублей дам. О, давай мы с твоей карты все здесь купим. И перепродадим в два раза дороже. Там... Нет, там ограниченное количество. На какую сумму? Там, нет, на 100 тысяч есть? Да, нет, 30 всего. 30... А, в год. Ну я в год так могу по 30 тысяч покупать. Ничего себе. А, ну да, они же твои. Вот зима. Зима. Это не зима, да? Были прозимы наши. Не привезли зиму? А вам капал? Да нет, вообще. Просто зима. Зима. А, нет, да. Смотрите, вот зима. Снег. Зима. Зима какая-то. Чтоб яйца грели, чтоб да? Вот так взял, знаешь, чувствуешь. Во. Качество, да. Думаю, что вот это я точно, да не промерзну. А я сейчас на картонке катался, жопу протер. Ну. Вот вдвоем мы поняли друг друга, нам с начесом. Да.
Это самые теплые штаны. Тут две моих жопы поместятся в эти штаны. Ну потому что размер 52-54. И они еще больше мерят. А как я туда пойму, если ценники не поменяли? Ну, я не знаю, кто тут работал. Наказать его? Не знаю, я не знаю, кто работал. Типа лаха ему прям вот... Плюс еще, если у тебя бонус есть. А, у меня есть, да, бонусы. Ну, давай, проверим. Пятерочка карта подойдет? Пятерочка, выручай! Кто-то украсть что-то хотел. Ну, я буду первый. Где? Вот. Это туалет какой-то, а не раздевал. Вот, все, примерочная. Это вот туалет? Это примерочная. Туалет, говорит, это примерочная. Туалет. Я юморист. Пацаны, давай это вот, штаны напихаем и выносим. Ты что, ёбаный, мать? А потом перепродаем. Я прикрываю, а ты бери, давай. Хуя ты баклажан, блядь! Ну давай, ну я тебя засовываю под пазуху. Не, откуда у меня за пазухи даже нет? Я футболки одной. Прям под футболку. Не, она же пищалка. А мы эту, я у него возьму, эту пищалку. Сейчас я с ним договорюсь. Давай. Я чё, похож на клоуна? 10,5, USA. Надо смотреть. Разрешите, мне тут кроссовки пробьют, секундочку, да? Можно? Спасибо. Все. Не бывает, 43,5 только. Это сколько они? 4,874. Они по скидке. Спасибо. Все, то лишь 1/4 моей зарплаты. Ну ладно, я подумаю, сейчас примерю ее. У вас есть карта пятерочки, пацаны? А? Карта пятерочки здесь действует, скидка. У меня вообще трубка дома, у меня жены, у меня все в телефоне, прикинь. Чего, блядь? Парни, я карту Adidas вам дам. Ну давай по номеру. Adidas, Adidas. 951, попробуй. Ты вот Puma носишь. 081. 85. Записали? А потом Adidas посмотрим. Уважаемый, понимаешь? Подскажи, а есть вот такие только галоши? Галоша – это то, что подчеркивает вашу индивидуальность. Мне вот в деревню ходить. Ну, в смысле, чтобы галоша была? Ну, просто галоши. Блин. Адидас лучше? Не нашу Адик. Найк. А трусы? С рынка покупаю, блядь. Я тоже. Прям, не жалко убить. Да, что прям вот... А, не с пропиткой. Да ну, пропиткой. Самогоном пропитан я. Чё ему, наглянулся, что ли, нахуй? Сегодня такое прям прорезиненное, чтоб прям не промыкало. Вам на наступил, ничего не случилось. В районе пить. Ну, нормально. Говнандалы. Калоши именно. Я понял, как вот это. Мерл. Мерл, калоши. 44-го нету. Нет 44-го? Под заказ только. А это какой, 45-й? Да. 45-й, сейчас померю. Да, померю вообще. Так. Мне нужна обувь. Штаны возьму. Я полмагазина скуплю сейчас. Все нормально будет. Я тебя полюбил, я тебя научу. Ты в туалет? А надо трусы. Трусы? Трусы на кассе. А, на кассе. Ну ладно, тогда штаны сначала. Ну, трусы можно в самый последний момент. Ну ладно, потом трусы возьму. Ну это тоже 48-50. Значит, вот эти тоже две пары возьму. Все, на кассу? Да, тоже на кассу. Так, хорошо. Сейчас приду. Да, хорошо. Померил, я это тоже беру. Не, только что померил. Да, 20 тысяч как-никак зарплата. Больше всего жалко учителей, которые в этом году по совету Медведева ушли в малый бизнес. Так, а сейчас потом пойдем в гантельки. Мне гантели нужно взять, подкачаться. Так, это беру, да. Ну, а зачем? А ты будешь вот так кучу носить? А, нет. Вот давай, мы проверим тебя. Ты, не надо. Ну да, надо отнести. Конечно, возьму. Просто потом с кассы придет. Так, гантельки, да, сейчас пойдем туда, это посмотрим. Голову!
мне почеши, я не дотягиваюсь. Адидас лучше, надо было Адидас брать. Я еще не беру. Ну вы не берите. Воняет, да? Наверное, воняет. Вспотел пиздец. Да? Красить собирается. А, кто-то красить что-то собирался, я тоже слышал. Вот на, те парни, которые подходили, они что-то украсть хотели. Партия жуликов и воров. Нет, у нас обычные трусы. Точно? Есть трусы там, чтоб не как у Навального, там, без новичка. Нет. Блять, отравили трусы. Вы понимаете? То есть, получается, нанесли яд на чистые трусы. В надежде, в расчете на то, что Навальный с утра помоется и поменяет их. Если бы меня так пытались отравить и намазали мне на чистые трусы в чемодане яд, я бы умер через 2 месяца. Вам женский? Женская, может быть, и... Не, не женский. Ему стринги? Мне, да можно и стринги. Женская на той стороне. А трусы вдруг тоже не подойдут? Не, они не подлежат. Тоже не подлежат? Новичку не подлежат они. Отравление было произведено непосредственно в хуй Алексея. Где-то вот эта дырка, блядь, запутался. Вот. А, это 50. Вот здесь помогите это расправить. Здесь это. Блин, нормально. Помогите. Да, на кассу тоже. Хорошие штаны. Они горнолыжные. А, ну я на картонке буду кататься. А сколько они стоят? 1000 стоят? Они больше стоят. Ну, пойди. Вот. Куда? Да это ж, я тебе говорю, там туалет. Там насрали. Ну, по крайней мере, я. Что он так посмотрел на меня? Он гей? Потому что ты подозрительный. Он гей. Это... Так, а как вторую закинуть? Помоги мне вторую закинуть. Куда? Не туда? Блин, ты не так. Куда? Нет. А, надо наизнанку надеть. Запуталась. Куда запуталась? Она куда-то запуталась. Осанки твой отдел? Нет, это инвентарь. Блин, я бы сейчас прокатился. Толкни, подтолкни меня. Подтолкни туда, я проверю, как катается. Потолкни. Потолкни. Молодой человек, по линолеуму нельзя кататься. А, нельзя? Конечно, нет. А как я проверю, едут они или не едут? Да они поедут, поверьте мне. Поедут? Конечно, осенью. Но по линолеуму они давайте вместе. Само собой. Вот оттуда. Тут на колесиках есть. А шапки мерить можно? Да. Да, можно? А у меня вши, правда. Я мерю. Я же с дредами, у меня вши. А где зеркало у вас? Где? А это мужские и женские? Покупайте, нет? Я пока выбираю. А, там шапки. Ого, сколько шапок! А мужская есть? Вот это. Примеряете? Кстати, а что без маски-то, да? А, маска. Все, подожди, сейчас подожди, проверка сейчас идет. Полиция, наверное, сейчас наряд подойдет. Маска! Я заберу вас. Меня? За что? Шеф, за нами Боня, облава, менты, съебуем! Стоять, блядь, милиция! В торговом зале. Да-да, подъезжай. Подъезжайте. Без маски. А, хорошо. Ждем. Сейчас, 5 минут подъезжай. Few moments later. Фух. Ну я запарился, конечно. Закрой свой рот, ебучий!
Мне только лень сейчас монтировать, но я пойду сейчас монтировать. Фака, мазафака твою, мака.